Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Nissan X-Trail 2001 года выпуска. Двигатель 2.0, полный привод, автомат. На этом автомобиле мы сегодня заменим задние тормозные колодки. Поднимаем автомобиль, снимаем колеса и откручиваем суппорта. Поднял автомобиль, снял колеса. Откручиваем две направляющих. Смазку заменим. Маска есть, но уже подсохла. Снимаем колодки. Берем новые колодки фирмы Sunshink SP1184. Внутреннюю колодку мы поставим с пискуном, наружную без пискуна. Берем струбцину и вдавливаем поршенек. Протираем направляющую. И наносим новую смазку. Также протираем вторую направляющую. Это у нас с резинкой на конце. И тоже наносим смазку. Затягиваем. Устанавливаем на место колесо и аналогичным образом меняем вторую сторону. На этом замену тормозных колодок мы закончили. Всего вам доброго!